Это вроде последний, если я не ошибаюсь. Да, это последний были. Так, Спирит, ну это смотри. Ладно, Волга, заходи и за шипы. Я тебе ровно давал на 20 штук вроде. Че, ровно 20. Ну, спасибо большое. Хуй с ним. Не возьму этого вагона нахуй. Пух. Все остальное пойдет во второй. Да ну нахуй, Эрса, бля. Чего нахуй? Так, а нам с Ренда... Зайдите за угол, зайдите за угол. Зайдите за угол, спрячьтесь. Зачем? Не надо прятаться. Надо умирать. А чё за хуйня? Долбоёб, я ещё и делать не смогу. Ай. А я не понимаю, вы в Дискорде вообще вот этот вот Мимун, Кабербой, вы думали нахуй, что вас типа в первый рейд просто буду брать всегда или что? Или вы, блядь, как бы, ну, на второй рейд? Да хоть в какой? Или типа, ребят, вы пришли такие нахуй, ну, типа, людей, которых я брал до этого все время в первый рейд нахуй, ну, вы, типа, их нахуй, а вас брать? Ну, какая у вас логика, просто объясните. Ну, типа, будет второй рейд, в чем проблема? Нахуя мне брать 2 армса, 2 фурика сейчас, если во втором рейде их не будет? Ни одного. И эти люди постоянно, которые ходят. Ну, 60 кс, да? Давай. Во фортенаре я иду, ёбнуться. Будет потанч дальше? Мне надо кое-что изменить. Да. Волк, ты на ребре побудь в этом. Как его? Ну раскрывайте там бафчики. Ну АФК, после ребра тебя сумолем. Бэдбрин, кажется. Да ё-моё, я тут подхожу. Давайте только в скором темпе, блядь, без АФК. Я заебан очень сильно. Хочу спать. Хочу отдыхать тогда. Ой, еще Настя мне подставила нахуй. Хуярит. Я умер. Блядь, что за хуйня, ребят? Мишка упал. Мишка, баль. Да. Я умер. Он решил поспать, он наелся слишком. Я только что пришел. Это срочно было. Риндер. Давайте бафы там, каски, пистобафы, блядь. Не торопи лошадей, все будет. Не торопи лошадей. Остановите свою пасть на трассе, да, Славик? Сзади вечный комбат кто-то поутал. Похуй. Блять, идите трэш быстрее чистите, вы заебали нахуй, что вы на вас голос надо повышать нахуй, или что, блять? На пули или на танках вперед, блять, ловушки нахуй сняли, резче, блять. Заебали нахуй, прошу же, давайте быстрее, блять. Я не могу пробафить, пока у меня багнут полипауэр. А комбат сзади кто-то поутал. Мобу, там 50 и 70 тысяч моба, он сейчас умрет нахуй. И попадет комбат. Ну, значит, без касок побудете пока что. Ну да, попадем без касок. Вот и все. Общий консенсус. Консенсус. Тихо. Фонарага зачекаем машинку на. Бибику тупо. Какая-то бритая она. Бритая? What the fuck? Бритая. Как тебе моя пуха нахуй?
снимайте ловушки. Блять, ТРС, дальше поехали. Ему сразу бей смотрите. Вы не разлететься должны. Ой-ой-ой. А что в грязь сделают? Фласки в ГБ. Кому надо... У кого нету прав, короче, доступа. АП фласки Ондра, СПД фласки АП. Сапроты тоже АП. Ну, на мухиплов вроде у всех доступ есть. Ребят, на замене сидят в ссылка те люди, у которых есть второй персонаж, который может пойти в рейд, который, ну, достаточно одет для этого рейда. Бля, чекай, мы уж пока не там где написано. Бля, сейчас мне еще бафать что-то надо. Бля, там, трой, походу, там не, походу не только одного моба задели, блядь. Ой, блядь. Можно еще сейчас перед отойти? Надо минуту, да? Что троит кидать, кому надо? У кого доступа нет? На две минуты, Саш. Они оба в комбате. Еще тратить надо кому, типа, у кого нету доступа? Бля, где есть кулаки, нахуй? Сапрот дать фонарь или что? Да, сапрот. Акум. Сейчас дам, подожди. Глю, поделись знаками, пожалуйста. Давай. Рыба была, нет? Нет. Ты хватит? Ну, если рыбы. Да мне одно. Поставьте кто-нибудь рыбу на рейд, там, я не знаю, эдики или нет. Я вытащу, поставлю. Мне и так тут сложно. Так, я кулаки мафа. Пауз. Давай я трой пистолет. Сейчас подождите, кулаки вынесу на панель. Если не могу их найти. Но... А можно на саппорт наоборот, на саппорт? А, саппорт? Одного да. Хватит? Да, или тебе два дать? Одного хватит. Давай еще раз строить, пожалуйста. Угу. Держи. Спасибо. Как называется? В лане, Андрей, или ван в холике? Тебе кидать мышку? Я в холике. Андрей. А, он пошел. Кинни или Дара? Вот Ада или Кринж Кинг? Первый. Смотри. Ну, ван в холике, да, все. В четвертом пати еще же Дара нет. Они есть. Третий, здесь все заебись. Вообще на полубаф поехали. Быстрее. На пульте фонаря? Войда, не фонаря. Нет, тихо. Блять, тут на самом деле лучше третьего танка было бы спекнуть, нахуй. Все респекнись, пожалуйста, пизду, нахуй. Твой Войда, блядь, сейчас несет, нахуй, как в прошлый раз. На одного босса. По два куска сала. Все, чё отдаем? Мы на ДБМ включим. Стой, дай рыбку поем. Блядь, ещё на ДБМ включить будет. 5 секунд ещё. Да, блядь, Андрей, нахуй, меньше ФКш. Ну, пожалуйста, ребят, ну, блядь, ну, говорю, хуёво мне, блядь. Всё, себя всё, вообще чувствую, я рыбу съел, нахуй. Давайте всё. Быстрее, нахуй. Спокойно, нахуй. 3, 2, 1, пул, поехали.
Во время системы. Блять, охуенная Настя бинт на F1. Ладно, я промолчу нахуй. Я, блядь, с одноручкой бил полбоя нахуй. Ой, пиздец, блядь. Думаю, блядь, где урон нахуй? Чё так мало депса, блядь? А она кап меткости собрала? Не знаю, я не смотрел. Не до этого, похуй как. Сколько у неё? 8% есть. 8-3-9, нормально. Всем привет. Привет. Здорово. Если что там это, Бентли, я что тут пока тут. Если будет, то можно, пиши. Да. Его пососал, да? А сбросить? Стоять в кадре? Ну дай, держите. Я бы тебе дал, но я не знаю, где она на панели находится. Да все нормально, спасибо. Я сальву даю только кунки, если вижу. Запривачено. Массакру сдал. А, есть сальва? Есть. Давай. На. Спасибо. Не, пожалуйста. Бринтроль. Как обычно, бринтроль нет, отказываемся от лута. Это шляпа. Этот штурм, да, иди пока покури. Так, я сейчас релогнусь по-быстрому. И кнопки немножко переставляю. То вообще нихуя не понимаю, где что находится. Танки прикройте, пожалуйста, не надо. Посмотрите на свои руки.
Так, все, я тут. Там черт подошел к нам. У меня тут это взрыв. Мне интересно, воду можно как-нибудь закрепить? Вот я колебался его случайно иногда двигать. Да, можно. Да, может. Заберите еще ревнитель у меня. Он клевый лучше. Ладно, у тебя экран что ли маленький или мне кажется? Ну, нет. Ты еще... У тебя масштаб большой. Феникс себя там спасает. Я все вижу, чепушила, что ты пишешь со стрима. А что я пишу? Не ты. Дайте, пожалуйста, ДПС развернутый серебра. И Андрей, дай 200 на низлакс, не знаю, как правильно там читается. Ой, я Войда передамажил, изи вообще. А, это я еще на 8 месте, блядь, когда на 60% увидел только что я с одноручкой, блин, нахуй, да? Ёбарь получается. Опасный человек получается. Из какой стороны фонарь? Давай ближайший. Блядь, право или лево? Лево. А я думал в центре. Нет, лет. Два жука за пулем? Зачем? Я подумал, давайте. Так, короче, Вой, танчишь с левой стороны, фонарь с правой. Нахуя мы с ним вторая, только что? Вторая, четвертая пати с правой стороны, первая, третья пати с левой стороны. Два на полу там, два на полу там, все, заебись. Совы максимальный контрол дают. И крик на хп, плейбой, не забывай. И что рыбу это? Поставьте, и посовев ларьбаф, наверное. Поставлю. На каждом больше ставлю. Я вытащил там. А фласка тут есть, нахуй, я не вижу фласку, блядь. Короче, дай мне флажку. Я не могу найти. АГБ тоже долго искать. Спасибо. На промах. Все, поехали. Все готово. Все, заебись. Поехали. Бля, а что до бронку нельзя запустить? Похуй. Прирежется культа в первую очередь. Да. Геру дали фулл ДПС помочь. Не в силу противиться моей воле. Законтролили этот рофлич. Это рофлич? Нет, рофлич контроль. По трэшу поехали.
Клиренс в первую очередь, как обычно. Дальше у нас. Давайте, блядь, больше ДПС и кнопки нажимайте. 10 секунд. Ну, поднажали. Дал. Смотрите. Хорош, нормально нас. Начинаю. Сложно видеть. Дай мы с крюхами. Да вон тебе фонарь там вот срывал. Сальву пососал. А в ХМ-ке так же будешь? Да. На тебе сальву, не надо. Да тут я. На Войда сейчас на пульте один раз. Андро контрол. Не убейте, стопните, АОЕ. Продлевайте клон. Максимально отведи от него босс. Все, Таунти там 4 стака. Хотя, блять, Андро неплохо было бы его убить, нахуй. Так парирование много. Сухуя. А, блядь. Шмат отказываемся. Неизбежно. По-моему, квест на кровь 25-ки. Да. Эту пачку бьем, я забыл. Нет. Кирилл. Нет. Петов уберите. Что? Петов убирайте и пробегайте эту пачку, нихуя бить не надо. На, нарочи УГБ уйдет. Это задел, это задел уже. Кого вы, блядь, задели, нахуй? А там дракона вроде спулили просто. Дракон, наверное, спулился, или то комнат. Кто-то побежал, он не стал попасть. Блять, ну короче, считайте примерно сколько. Цена аука и скидывайте где-то 1009 от аука стоимость. Пускай даже 10 000 не стоит, я только что смотрел на аукционе перед рейдом. Ну, тут пушку Кринж Кинг, сосед, еще два человека, Синрицу и Глюна. Хуя, Глю, ты танк хилить будешь.
кто-нибудь, кроме Клёв, пушку? Акума, все, Акума, пускай. Ранцы все остальные взяли, вы теперь на тот корабль, фонарь здесь дальше. Этого Мурадина никто не бьет. На этом корабле остаюсь я, Чувава, Мирай, Кунка, Дышелёс. Остальные на тот корабль. Все, запускаю. А у меня и ПГП выключено, надо включить бойс после этого. Ты проебал, Биба. Иди, сорок. Все, летите на тот корабль. Крикни на ХП Конка. Сука, смотри, 4. Ладно, ну, еще один посидишь. Давай, давай. Мага убивать и улетать оттуда. Прожми там кожу или что-нибудь. Перед улетом. Все, перелетайте обратно. Добивайте пушку. Огонь!
Сундук не трогать. И, кстати, эти наручи вроде не... Ой, епа. Бисвой запы. На протопала? What the fuck? Пососёшь. Рыбку. Ставлю. Можно этого босса в шоп спекнуть? Дайте горн. Бля, я тоже псову хотел. Ладно, похуй. Я вот деревья снабжу. Так, кулаки ебахнуть надо. Что он может делать? Он давай фонарь сделать. Быстренько, давай ролл кидай, короче. Чтоб всем сказать, в кого напуливать, нахуй. Давай, кидай. Так, сейчас. Все, все войда напуливаем. Нечестно. И каждый раз... Вы здесь ретаунтите, здесь на пул нахуй не нужен. Не, с пула имеется в виду, там-то похуй уже. Первая граноборщина в берсу отдать, чтобы я ее просто так, блядь, не нажимал. Они сам уже опять до босса, типа у меня ДБМ выключены, пожалуйста. Угу. Геру дали фул ДПС. Но на мне, если что. Прям снова блин. Я вижу, вижу. Нехуй силить, надо было тоже в соус пить. Сейчас дай. Тебе показалось? Да, показалось. Закажется креститься. Да ну нахуй этот ретрик ебучий нихуя не дамажит, говно ебаное. Таунтите трэш, пожалуйста, танки. Ну, кто куда бежит, кто-то сзади, кто-то слева, кто-то справа. Неудобно.
Нормально, 23к. Угу. Наконец-то, нахуй. Молодец. Жесткий парень. Положил письку в рот всем. Дайте ТП с этой хуйни. Я не знаю, это говно не дамажит. Ну, вообще не открыл. Дамажит. Сосед, что за хуйня? Тебя обогнали. Ясно, блять. Чел Шеймон, меня обогнали. Как же так-то? Да, да. Ледяная острова, ледяная острова. Дипфриз. Давай обмен. Ну прям мозги заебись потрогали. Всякие кьюсики рот открывают, которым истерию дают. На чем ходите? Я думал, 50 максимум, потом оказывается больше. Надо вытащить. А ну убрал эту кнопку. Да там 3 минуты, когда я глядел. Осуждаю такие кнопки. Я уже подумал, куда трэш побежал, снова что ли? Сорвал Кунка или Ондра. А это Войд прибежал. Сейчас малым глифом 2.50. Если я подумал правильно. Да, ты правильно подумал, по идее. Да, там малый глиф есть на таунт масс. Угу. Действующий щиток на там было, кто-то пало. Есть Андрей на силу, и да, то я забыл ее купить. Ну, давайте нахуй. Кнопочку открыл попить, блядь. А ты, давай отойдем, тут пердежом воняет. Да в курсе, Кунка, сколько это стоит? Паладин на Кунка. Сколько рыба стоит? Ну да, сколько рыба стоит, в курсе. Линканию. У фонаря бесплатно делается. Бесплатно, да. Так а чё ж ты не сделал саму Кунке рыбу, нахуй? Да бесплатно. Я просто ровно 8 часов зашел и не успел. Угу. То есть это как фонарь не был готов, получается, да? Да. Чё? Снова свои грехи на меня перевешиваете, да? А чё мои-то? Ты а это? Чё этот у меня? Вообще всё. Тогда мы, конечно, работаем. Даша, да. Спасибо большое. Кирилл довольный? Чем я доволен? Напиваешь музыку такую. Сколок еще не упал ни один? Кстати, да. Он под шишкой. Один упал. А сколько всего? 32. Сейчас же неудобно будет, великан придет. Давай уйдем. Винишь собаку. Давай уйдем. Уходим, да уходим. Нет. Вниз, 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 вниз идем. Боже, боже, паника, паника. Все, хорош. Стойте, встаньте все в него. Ну, чтобы великан не застанил, когда на истребление даст. А он откидывает же. Не откинул, ну и дамаг еще наносит. На, он все равно спалился. Что с этим волком не так? Дистанете? Рыба маленького щелла, блядь. Возьми фонарь, отведи эту, блядь, великана этого ебучего, нахуй, подальше от рейда, чтобы он не откидывал, вон туда, за сторону, блядь. Ну да, может убить вроде. Ищи, все, нахуй, он откидывать не будет. Только аккуратно, не сагри прелесть. Фонарь соло? Да, я даже сам похилюсь. Вау, хорош. Близко к нему стоят. Кто умер, вставайте, бегите сами, блядь, не надо лежать. Стали рейснулись. Падло, все делать? Синрицу Незлакс.
Ничего себе, два человека фармят души. Вау. А вообще тех мобиков на лестнице тоже будет. Да они не ешьте, я вам говорю, типа они порезали дроп осколков после того, как добавили их в шоп. И их больше падало, ну стабильно, каждый рейд их падало по 5 в среднем, это стабильно. Как только они в шопе появились, сразу там по 2 начало падать, по 3, по 1 и так далее. Ну как раньше. И напал осколки собирал. Там тупо 4 души фонарь стоит. Я вижу. Давай спросим одобрение, а потом пульнем. Ну вместе с этим просто, вместе с уши, уши, ну типа у миликов на шее можно осколки там трои, ну похуй сколько собирается, это только на РДД. Да, не, я хотел просто трэш что-то на лестнице пульнуть. Да. Вместе с этой убить просто. Может пульнем все-таки? Уже 10 раз пульнул Андрей. Я бью большого нахуй. Все. Он же такой опасный. Ты еще боишься? Он, кстати, так дропнул от атаки, да. Опа. О, что не зря, не зря. Я считаю, не зря. Они беспонтовые. А, я за ней идите. Нет. Блядь, занизил. Ну, в ГБ положи. В ГБ все боишься? Не, не, не идти, блядь, я вам сейчас по минусу и нахуй. Блядь. На забайда. Нет, не разбогатей. Сенрицу. Оо, это попадалось, нахуй. Не, надо снимать, я думаю. Цифру, цифру скажите мне сколько. Отдает мне сразу. Не, ну 50%. Почти дороги минус 1000. Нет, я. Прикиньте, если мне назвали то же самое стоимость боешки. Сколько она стоит? Она, ну, недорогая, думаю. Копейки она стоит. Я считаю, это сколько там человек не делал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот эти, короче, 12 человек, блять. Короче, умножить на косарь и снять соседнего 12. Не, соседнего, это нормально. Математика уже, по-моему. Я люблю демократию. Сейчас это бояшка где-то стоит 6-10 тысяч. Ну, а да, что, снимать будем? Может, 10к будет, за счет того, что на 64-го это мало. Разве не 3к она стоит? Сбегайте направо. Да, сейчас... стоит, ее никто не берет, только для ГС. Сейчас она стоит 10к, можете... последний ценник вчера был обновлен. Сколько? 10к. Ну вот я так и сказал, что надо. Там, блядь, я как-то зашел, охуел вообще. Там какой-то день, блядь, что-то цены вообще какие-то ёбнутые на ауте. А это... Багруха... Багруха резко там до 70, ну, 77 поднялась. Я думаю, ну, хуй с ним, поставлю багруху за 55к. Мне за секунду ее буквально купили. На... А это кто-то на цены на все поднял. Я ночью чекнул. Закрываю фонарь. Там пиздец. И фласки там вообще просто пиздец. На предикте. Кидай ролл фонарь. Не, тут я буду, у меня бабл есть. Ты заебал. Хотя... Ну, а, не, давай, все-таки кинем. Давай. Я так. Это, получается. 84. Ну, как это, ты пешка вызвал? Да. Сметки нахуй еще не забинжены. Эй! Как оно? Я косячер. Как оно, хунка? Че, нет, это не... Выйдите, а выйдите быстрее. Вы выйдете, я... Мне можно минусануть сразу, я случайно задел автоатакой. Тупо двоих замуровали. Дай ему 300. А с удовольствием фонарю. Вообще просто нахуй. Как вообще? Может 600? Не, это уже лишнее, так ладно. Что это не наговаривай. Спасибо. Я боюсь подходить, Андрей. 600 это если только делить вместе с кунками. Ну, бразу, ну ты, мне кажется, там кунки на курочку. Чё, это... Нет. Да. Блядь, за 1000 рейнджу с пули? Давайте этот РЧ, ну пожалуйста. А рыбу, рыбу хавать? Так, тут... Я тебе же ДПС даю, Андрей. Предлагаю, короче, минусануть, а кунка плюс фонарь плюс ондра умножить на 3. То есть 900 каждому. Реально, блядь. Охуенно, блядь. Андрей, если у тебя есть... Хотя ладно, я сам очередной.
Кулька, блядь, что ты там тусуешься? Давай, я прилечу. А чё, дал? Эх. Бля, зайдите столько, пожалуйста. Вольфьюри и кто там один, вынесите еще из минуты. А, я опять. Фонари, сейчас так попробую спиздить. Нет. Таунти. Ну блять, да. Не забрался. Ну ладно, похуй. Нет, я предсказал такое. Такой исход. На следующий раз. Нет. Нет, я не отдам. Что ты не отдашь? Стак не отдам. Поебал. Вообще ты его должен отдавать, типа. С удовольствием. Да он это, у него там джастовский, то есть... Тактики. Джастовский. Я не понимаю, для чего это делается. Бать он там клавиатуру ломает на паладине. Да, вообще. Да рано забрал, блядь. Ты, блядь, маленький фонарь, я тебе реально говорю, но... Пусть все дерутся на равных условиях. На каких рамных, блядь? От этого босс быстрее умирает, нахуй, и на тебе стак лишний, блядь, не вешается. Что рамные, блядь? Там Войт это танчит, а я подамажу больше, чем кто-то. Даем. Тебя гроты, нахуй, быстрее сорвешь. Если правильно вырубить, можно подамажить немножко. Нахуй. Ну просто на нем 3 стаку, уже поздно. Он ваншотит уже. Посмотри, у меня половина лица улетает. Я тебе беспокоюсь, а ты знаменишься. Сейчас хотя бы один забил. По 50%. Ну попробуй. Ну а, после этой едкой. Ну да. Я массакру нажму. Нажимай, уже нажимай. Сейчас заберу не там у тебя. 50% так. Я не достаю конта, посильте его. Я скажу, когда заморачиваю. Ну вот, ты уже будешь забирать. Синрица, вынеси, пожалуйста, еще не забрать машину. Хотя можно не выносить, похуй, бей, блять. Уже не будет, я тыгни, что это понял. Все, сейчас, короче, забираю. Не забирайте, сейчас скажу, когда заморачиваю. Ну, вешай, блядь, кондон. Нам парируй. Он не хочет вешать, сука. О, забирай. Чисто фулрейд там спарировал половину атак. Так он, блядь, какой-то заторможенный. Что-то на Сирусе здесь не так. Он должен давать сразу после вот этой хуйни. Ну, своей вот этой... Испарение легких или как он там называется, правильно? Дайте диван пока. Нахуй делали, непонятно, блядь. Ну да, можно, короче, даже не пытаться больше стаки вообще что-то брать. Мне кажется, ты даже больше теряешь ДПС. Да, больше теряешь. Вот видите, я был прав. Гении всегда отвергаются обществом. Всегда отвергаются гении обществом. Блядь, сила гнили упадет вообще. Бля, поясок пиздатый, сука. Так, волк, покури пока на гнилом. Давай, Войт, тролль. Сурван. Нихуя себе. Далёкая. Найс, осколки, кстати, падают. Пиздец вообще. Один? Да. Здесь что-то, чёрта, выпаду завтра. Здесь объект выпадет? Нет. Я его заберу на протопала. Не-не-не, мне для теста надо. Мне тоже. Лучше танчить, да? Больше хасты. Да. Бьёшь, больше трита. Да, у меня там печать больше трит создает. Чё, может ты всё-таки слизней побоешь, блядь? А, нет, ролл это, предсказал уже всё. Да заебал. Очень сильно хочешь. Поражение, да там неудобно. Шкаф поставь, пожалуйста.
Пойду на уступок, Войт. Только так, ради тебя. Так-то похуй. Просто неудобно. Все, решили, иди и танчи. А я это багаюзом займусь. Ой, я это вслух сказал? Все, на чем даю, поехали по чуть. На пол Войда. Все под босс остались. Два, один. Поехали. Пустыни откатились, я вроде не похуй. Я все еще забыл глиф поменять. Тоже похуй. Кунка не дамажит? Есть такое. Ну, я на форум написал, чтоб типа вместо 20% силы 40 сделали. Чтоб быша ваншотал босса. Кунка в рот икс? Я вообще-то уже год икс, ты видел в Солокер мой рейтинг? Блюдай салютом на плюс. Спасибо. Ой, неприятно вообще. Но... четыре стака. Ну, короче, вы добиваете, я не забираю лишних. Короче, я вот так смотрю на ретриков и вот думаю, нахуй, вот этот молоток вообще нихуя не дамажит, он прям вообще не бьет. Вот они типа могли реворкнуть, на самом деле увеличить урон молотка, нахуй, ну, который на экзекутке. Да не, ну в Т4 условно, чтобы ретрики хоть что-то давали. Закрудай, закрудай. Увеличить урон молотка и увеличить УВС от удара воина света, ну там хотя бы на условных 10%. Тогда бы ретрики плюс-минус, я думаю, давали бы там 1019, чтобы около этого. Отказывайтесь от лута. Вот. Ну, типа... это бы, ну, не был бы там прям такой... охуенный ап. Сделай тему на форуме, Кирилл, в чем проблема? Так, нахуя мне, я же с ретрика не играю. Воет роль. Ну, Настя пусть напишет, она зашарит, рассыграет. А кто выиграет, тот чё? Как-то мало больно. А кто кровь забирал вообще, кстати, с этого, блядь, с тухлого? А ты сколько кинул, я не вижу. Я 39 кинул. Кто забрал кровь с тухлого, блядь, лучше мне скажите. Хуй знает. У кого квест есть? Никто не забирал. Блядь, ладно, короче. Так что ты говоришь? В кукле тот или чё? Ну, я в Обаму, ты МТ-ш. Ага. ГЦ с первой шмоткой, что? Никто кровь не взял. Судя по этой хуйне, то с гниломорда никто не брал вообще кровь. Чё там, активируете или чё, блядь? Ну ладно, похуй.
Похуй. Лок, зайди и поставь портал, блядь, и зайди и активируй эту хуйню. Потом портал вернешься. Только мобов не надо бить. Говорю, не надо, нахуй. Вперед просто пройди, чтобы закрылось. Теперь назад. Блядь. Ты саван продал, что ли? Да. Угу. А здесь. А что, он нужен был кому-то или что? Ну, я бы не отказался от савана. 60 оплачу. Хуй знает, я когда спрашивал, все молчали. Когда? КД уже 3 назад, наверное. Или 4. Ну, КД 4 назад я еще не был в АДК. Просто. Шишки? Шишку? На пол шишки. Шишку? Семёныч. На мобов бейте, ведь же лок нахуй сами. Она пошли бить. Ну не мобов, а эти, блядь. Насекомые нахуй. Графа? Так. Шо, войд босс это на этот фонарь, на вечере на пуху. Рыбу поставьте. Этот. Шо этот? Фонарь. Ну, фонарь в Обаму и войд босса. Или как вы там в прошлый раз? Смотрите сами, ща я ребафну, подождите. Блять. Неудобно. А где у нас еще прист? Суманите, кстати, приста.